Привет, это Струнодер и вот еще одна гитара. Я вообще так понял, что в последнее время меня интересуют более гитары, нечасто встречающиеся в природе. Вот, потому что там, ну, стратокастеры, как бы, телекастеры и гибсоны, у меня там их уже настолько много, да. А вот на этот инструмент даже я не нашел ни одного приличного ролика на YouTube, даже у фирмачей. Вот, давно я, опять же, мечтал заполучить данный инструмент себе в руки, вот теперь мечты иногда сбываются, вот он у меня есть. Не самый супер топовый инструмент этой конторы, потому что, ну, они тоже достаточно дорогие, вот, эта контора называется ST Blues или Signed Blues еще, вот, мемфисская лавка, которая такая кастомная. Я там достаточно долго копался в интернетах и что-то пытался понять про эту контору, даже есть целая статья и история этих гитар. Значит, это вторая реинкарнация этой компании, потому что первая называлась S&T Custom, что-то там такое, вот. Ну, и любят они в основном делать телики, причем такой не очень обычной формы. А это более, как бы, простой инструмент под названием Blindsider, но это, по сути, страт. Вот, очень красивый инструмент, кстати, в идеальном состоянии, ясеневая дека. Вот такая сзаду, вот здесь мы видим ST Blues Memphis, серийный номер, тут тоже серийный номер, колки, все дела. В общем, по сути, стратокастер, но вот с такой переключалкой от телека. В общем, такое делал, по-моему, и Fender тоже. Вот, а вот этот Blindsider есть сейчас в лавке, прекрасный, по-моему, инструмент, не очень дорогой. Вот такой породистый, так что давайте его просто затестим в Crate Vintage Club, ну и как бы порадуемся вместе, наверное. Вот, ну, я вам скажу так, то есть стекла валит он, дай бог, причем и достаточно при этом хорошие низы. То есть вот обычный страт, ну, например, он, например, страт стандарт, там тоже, конечно, раз на раз не приходится, но вот он более ровный, а этот вот такой очень округлый звучок. Классно, классно. Вот, и еще из наблюдений, ну, наверное, он мне напоминает по звуку вот мои любимые лиды. Fender Lead, как бы, который я вот реально очень люблю из фендеров, там, невзирая на их бюджетность относительную, вот, вот что-то, наверное, близко туда. Давай что-нибудь остренькое попробуем поизображать. Thank you.
теперь давайте с драйвом поразвлекаемся на гитаре Blind Cider от компании Esti Blues. Такой стратокастер ясеневый, красивый. Вот такой вот Blind Cider. Вот, а гитара в лавке, гитара продается вот такая сзаду, с Esti Blues или Signed Blues Memphis. Кому нужен недорогой качественный страт, вот тем более такой редкий, тем более такой красивый, так что называется welcome. А я на сим прощаюсь, пока-пока. We'll be right back.